Год экологии в России? Нет, не слышали. Плакат с таким названием очень органично вписался бы в пейзаж сегодняшней Максатики. Местный полигон ТБО разрастается с каждым днем и уже занял часть подъездной дороги. Активисты ОНФ вместе с представителем природоохранной прокуратуры и журналистами убедились в том, что ситуацию со складированием мусора в поселке не контролирует никто. У нас в Тверской области всего 6 официальных территорий, на которых может быть складировано твердые бытовые отходы. Но вот мало того, что полигон не включен в реестр, так еще к нему теперь и не подъехать. По словам Владимира Густова, подобные свалки несут реальную угрозу для здоровья людей, поскольку яд и химия от мусорных отходов попадают в воду. В частности, полигон Максатихи находится на территории бассейна реки Малога, которая впадает в Волгу. Есть по итогам поездки вопросы и у природоохранной прокуратуры. По данному факту прокуратуры совместно с органами контроля и надзора будет проводиться проверка. Данная проблема прокуратуры взята на контроль. В то время, пока представители ОНФ, прокуратуры и СМИ обсуждали причины экологического беспредела в Максатихе, к полигону подъехал мусоровоз. Водитель нетерпеливо посигналил, чтобы ему освободили проезд, а затем попросту вывалил несколько кубометров мусора прямо на дорогу. Его и напарника нисколько не смутила видеокамера. А в это же время руководитель администрации района в местном ДК публично отчитывался об эффективной деятельности перед жителями. «Мы не могли упустить такой случай и в ходе мероприятия задали ему вопрос об эковедствии полигона». Полигон находится в аренде у МУП МКС, которая в настоящее время находится в стадии банкротства, процедуры. Поэтому сложное у них финансовое положение, и выписано туда предписание. В настоящее время проверяется это и природоохранной прокуратурой, и если там есть нарушения, да, будут приняты меры в соответствии с законом. На замечание, что мусор на дорогу, ведущую к полигону, вываливают средь бела дня, последовал и вовсе незатейливый ответ. Если вот вы, как гражданин, да, увидели о том, что какая-то машина, секунду, давайте я пока буду говорить, что какая-то машина выгружает не в положенном месте, вы можете обратиться в органы полиции, которые за это дело будут штрафовать. Следуя данному завету, мы будем считать, что кадры нашего сюжета и есть обращение в соответствующие органы. А представители ОНФ, в свою очередь, пообещали, что будут добиваться ликвидации свалки в Максатихе, как это было в Зубцове. Юрий Бумбур, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».